Виктория Дайнеко поделилась в сети негативным опытом вакцинации детей. Певица рассказала о том, что в 3 месяца у ее дочки начались осложнения после прививки от туберкулеза. Причем, в течение 3 последующих месяцев артистка не знала о том, что у дочери БЦЖ инфекция, последствия от вакцинации, так как врачи клиники вставили ее ребенку ошибочный диагноз. По словам Дайнеко, у малышки на месте укола была рана, которую диагностировали как дерматит. У нас была мокнущая рана с шишкой, которую целых 3 месяца не лечили как следует, потому что это серьезная ошибка и для клиники это может плохо закончиться, утверждает Виктория. Только, когда певица обратилась к специалистам другой клиники, она узнала о том, что дочке требуется специфическое лечение. Дайнеко рассказывает, что делала совсем еще маленькой дочке компрессы с лекарством от туберкулеза. Артистка никого не призывает отказываться от вакцинации детей, но рекомендует подходить к этому вопросу очень серьезно. Как утверждает Виктория, в ее случае проблемы начались из-за того, что прививку ставил криворукий человек. К счастью, ошибка врача не привела к более серьезным последствиям. Виктория стала мамой в октябре 2015 года. Сейчас девочке уже 3 года, но Дайнеко не показывает ребенка публике. Она не публикует в сети ее фото из соображений безопасности. К тому же, она до сих пор скрывает, как назвала девочку.